Тихо. Кто приехал? Не мешай отцу. Там важный разговор идет. Опять от Минки давай. Ненавижу его. Нельзя так про старших. Пойди Алтынке воды дай. Мама, смотри, я новое слово придумала. Опять ты вся извозилась, а? Пойдем. Пойдем. Маш, ты так испачкалась-то, а? Это Саналка пачкался, я еще маленькая. У, ведьма! Саналка, пойди, воды принеси. Пойдем умываться. Пойдем. Вода кончилась? Может, чаем? Я заварю свежий, с теплицом. Ой, какой чай? Как вы тут без кондиционера живете? Я у нас такой, Виктор Иванович. Сами удивляемся. А вы, кстати, тот самый верблюд. Как и заказывали. А что, похож. Ну, расцветка. Наш чисто белый был. Так покрасите. У вас же кино чудеса делает. А что за порода? Я такого нигде и не видел. Это Тенгрим Батхан. Чего? Да это он по-калмыцки. Небесный верблюжонок. Как это? Наш Алтынка под счастливым облаком родился. Посмотрите, какие глаза. Под каким облаком? Облако было в виде верблюда. Это хороший знак. Деда Адык говорил, а он не врет. Правда, папа? А с вашим верблюдом что случилось? Да пиротехники загубили, сарай взрывали. Ну, не рассчитали. Перегородка была тонкая. Что? Да говорят же тебе, сгорел у них верблюд на киносъемке. Как сгорел? Совсем насмерть? Кино! Папа, зачем они сарай взорвали? Ну что, по рукам? Подгоняйте ближе. И ты тоже. Грузите. Надо торопиться, ночью поезд. Грузовик давайте. Папа. Что они делают? Открывайте борт. Давайте. Зачем? Открывайте. Грузите верблюда. Ну что ты стоишь? Подождите грузить. А? Чего? Ты что, деньги появились, да? Может, ты мне долг хочешь вернуть, а? Иди, пронеси. Осенью шерсть дам, будут деньги. Шерсть? А если до осени все твои бараны передохнут, а? Будет дождь, хороший знак был. А если не будет, а? Вон, земля потрескалась, вся степь выгорела. А дети? А детей ты чем кормить будешь? Полынью, а? Ну что, проблемы? Виктор Иванович, ну какие проблемы? Нет никаких проблем. 21 век на дворе, а человек, смотрите, все в какие-то знаки верит. А вы посмотрите, какая стоянка у него. Да во всей степи такой не сыщешь. А колодец, вы видели его колодец? Высох ведь совсем. Колодец сухой. Воду из скважины на верблюде качать будешь? Генератор-то не работает. Из этого колодца мой дед и прадед воду брали. И нам хватит. Вот дождь будет, а если не будет? А я тебе муку привозил? Привозил. И что хочешь, тоже достану. Вон жена у тебя рожать собралась. Пеленки, кальсонки, все надо. Ты хозяйственным мылом младенца мыть будешь? Саглара, ничего. Все в порядке. Короче, вот тебе $1000 рублями. За верблюжонка целое состояние. За вычетом. Муку привозил? Привозил. Сахар, бензин привозил. Соляру. Правильно? Ну, что народ говорит? Богатый тот, кто долгов не имеет. Верно? Держи. Ну, чего там? Ноги муга. Ну, только осторожно, денег стоит. Держи, прикался. Убирайте продукты с борта. Папа, останови их. Ему же больно. Папа, что они делают? Останови их, папа. Полегче. Алтынку уже нельзя. Он же Тенгри Батхан. Они его убьют. И тогда всем будет плохо. Кому будет плохо? Что сказал? Слушай, ты, Виктор Иванович, это дед у них был такой придурочный, все в сказки верил. Не сказки это. Алтынка самый настоящий Тенгри Батхан. Ну и заказал бы мешок долларов, купил бы всех баранов в степи и был бы первым ханом. Я другое загадывал. И что, исполнилось? Алтынка еще маленький, сил у него нет. А что загадал-то? Не скажу. Вот видите, весь деда, все сказки да притчи. Ну, народ, цвет пугай, чё-то. А я тут подумал. Поменять на доллары? Не надо. Ну и ладно, закрывай борт. А я чё? Глянь, верблюдица. А чё это она? Сюда бежит. Ну, орёт-то бешеная, а? Это мать верблюжонка. У них инстинкты. Догонит, точно убьет. Давайте в джип.
Быстро в дом. Быстро! Быстро! Ты у меня старший, совсем взрослый, понимать должен. Мы чабаны, мы люди, верблюды животные, такие же, как овцы. Привяжешься, не сможешь зарезать, не сможешь съесть, не сможешь продать. Чем тогда будешь семью кормить? Деда Дык сказал, Алтынька не скотина. Деда Дык вам сказки рассказывал, а ты? Чудес не бывает на свете. Ты правда так думаешь? Ёй! Это знак от Саглара. Пойдем. Поехали. Чё, чё, шоу, шоу. Быстрее, быстрее. Ну, Тенгрим Батхан, за тебя! Ага. Не, Мединский не разрешает. Кто? Доктор наш. А он что, этот, небесный верблюд, действительно желание исполняет, даже от болезней? На сказки все это калмыцкие. Старый адык придумал, а дети верят. Ну ладно, привет Голливуду. Ага. Если этот подохнет, приезжайте, у нас еще верблюды есть. Ночью поезд, надо торопиться. А ты езжай прямо по степи, за тем холмом прямо налево. Так через степь, я дороги не знаю. А вот куда почтовый ящик грылом смотрит, туда и езжай. Держи. Главное, чтобы ветер в правую щеку. По степи поедем. Там 3 часа и будешь на станции. Понял, понял, понял. Thank you.
Маир, обратили машину. Май, я с тобой. Нельзя. Мама, рожать едет к фельдшеру. Я тоже хочу рожать к фельдшеру. Уйди, говорят тебе, вредина. Мара полный корыт воды выпила. Ты заметил? Еще просит. Почему? Побегу готовится. Если Золотынка побежит, пропадет. Ты старше. Я тоже хочу рожать. Овец спаси. И смотри, Мару не выпускай. Мы без нее пропадем. Возьми. Халгмана там алтхагер. Мам! Мам, мам! Белые дороги. А у комаров есть дети? И даже очень много. Вон, видишь, летают. А они плакают, когда детей убивают? Нет, только пукают. Как пукают? Как верблюды? Нет, потише. Комары же маленькие. А я большая. И глупая. Сам глупая. Глупая и маленькая. Сам глупая, сам. Глупая и маленькая. Багира, Багира, накажи его. Он на меня опять ругается. Накажи его. Отстань. Мама снова у ребенка приедет, а у нас света нет. Вот так, мама. А нам приходится терпеть этих. Свет будет, но солнце уже вообще ушло. Сейчас будет. Мара, бедненькая, не плачь. Мне тоже оттенку жалко. Давай вместе плакать. Давай вот этот глазик вытрем. На тебе мою ленточку. Кто наш женщин не понимает. Резче, резче давай. И раз, и два. Нету сахара. Саналка не дает. Говорит, так экономить надо. Иди, иди, травку кушай. Надрать, а лучше задницу плеткой. Я только красную ленточку хотела. Она сама, это Заналка, еще маленькая. Луна округлилась, солнечко укипло, ветер пойдет. Мара в ложбине ляжет, пропадет. Сейчас искать надо. Мара умная, она воду за 50 километров чует, а Алтынку и за 100 может найти. Она пойдет по следу, как собака, ведь правда? А у тебя мозгов, как у этого барана. Сам баран. Thank you.
Деда Адыка нож? Деда Адык умер, теперь нож мой. А Деда Адык нас совсем умер? Хлеб. Воду. Воды пол ведра осталось. Сахар. Багира, а ты когда Алтынку домой приведешь? А если Алтынка вернется, тогда и вода опять в колодце будет. Главное верблюду найти. На верблюде можно и воду качать из скважин для овец. Я с тобой поеду. А ее одну? А ты знаешь, какая она живучая? А овцы? За ними глаз да глаз. Вот как что, так я. А как что, горе ты мое. Горе. Чтоб удача была, ты чтоб Мару нашел. Приди оценку. Белой дороги, монетки. А? Скажи ему, белой дороги. Без сопливых. Ведьма. Сам ведьма. Гусь потерялась? А они ему что? Твое? Ну, на вода и очень хозяин найдем. Йой-йой. Йой-йой. Мара, ко мне!
Юкса. Стой. Лагерь, а меня верблюдица с красной лентой сбежала. Улан все ренда йола. Улан нашел. Рендычи не тебя повел. Отвезу к нему. Когда поедем? Рендычи не рады йола. Закончим здесь. Поедем. Брезент. Зачем брезент? Устой шахмтеля. Степь высохла. Большой дождь зовем. Газыр хаксу. Надо воду собрать. Пожалуйста. Поехали к Улану. Спасибо. Урушки? Дождь будет. Мерге. Молись. Вот еще. Я и не испугался. Ты кто? Баир, а ты? Аленка. А ты че на крышу залезла? Луна полная, видеосилы светает, долго не порвется. Вранье, я пробовал, а майка через 3 дня порвалась. У вас мое верблюдо? Красная ленточка? Она там, под навесом. Я тебя еще урыскаю, а ты... Мамка в больнице, саналка, дергалкой одни. Ты думаешь, мне Алтынку не жалко? Еще как жалко, но жить-то надо. Дождя все лето нет. Вода в колодце совсем глубоко ушла. Если ты нам не поможешь скважину в воду качать, овцы помрут, а мамка нового ребенка привезет. Как без воды, а? Я теперь старший. Отец мне велел тебя стеречь, а ты что, стыдно? Кевин, твоя верблюда? Моя. Я Баир, сын чабана, Доржи. Твоя верблюда на дороге нашла. Это же Алтынкин. Вы его видели? Нет, только верблюда была. Плохо. Мотоцикл твой к утру починим. Отдохни, ночуй. Утром поедешь. Спасибо.
Турмутендек. Сухая гроза – плохой знак. Вон сломала. Значит, пойдет искать верблюжонка, пока не найдет. Верблюдица найдет верблюжонка или погибнет. Следы идут через сухое озеро. Дальше потеющие камни, мертвая река. Через нее дороги нет. Гиблое место. А если Мара туда ушла? От мертвой реки пар плохой. Люди всякое видели. Возьми. Но у меня есть. Нож хороший прикрой, чтоб плохой человек не видел. Спасибо. Найди своего небесного верблюжонка, сынок. Бери. На удачу. Спасибо. Это борц, верблюд из теста. Алчинцаган Ботхан. Белые дороги. Уставол на кахатам, когда сболок булык бене. Кэнда тэмэн усаука. За кровавой рекой пещеры и родник. Верблюды всегда там бьют. Ну, стоишь? Песок с путей уже убрали? Ну, полночи гумозили. А начальник, ты на месте? Вон, на обход пошел. Ага. Проследи за верблюдом, воды ему дай. А я до начальника обратно. Надбавить бы надо. Не обижу, проследи. У меня груз особенный. Слышали? Литерного ждем. Пройдет литерный, вы первым номером. А когда он пройдет? Неизвестно. А если что, я могу и профинансировать. Слышь, милый человек, финансируй.
Но пока по нашей анаколейной не пройдет... Я понимаю. Литерный поезд... Я понимаю. Движение запрещено. Помогите мне. Больших начальников ждем. У меня груз очень ценный. Ты телевизор смотришь? Конечно, смотрю. Но помоги им, начальник. Пройдет литерный. Тоже поедешь. Поедет тоже твой верблюд. А так, финансируй, не финансируй. А кто приезжает? Приезжайте, кто? Ничего не знаем. Землю насквозь видите? Я не монах, я ученик. А у меня верблюда сбежала. Не видел? Нет, не видел. Не мешай. А может не это, как ты? Помолиться? Молитва всегда помогает. Санака никогда не виноват. Эй, а может быть громче надо? Боженька, а слышишь? А еще у нас мамка рожает. Санака и Дергалка маленькие. А самое главное, дождя-то нет. А Мара Золотынька ушла. Ну ты знаешь, в общем, без верблюда совсем плохо. А так у нас все хорошо. И чтобы все люди на земле счастливые были и здоровые, как мы.
Нормально? Ну вот совсем сбил. Так может ты это, сам за меня помолишься? Там тебя знает. Помолись, чего зря сидишь? Слышишь, как звенит? Ну, звенит, звенит, и чего? Два раза дольше звенит. Ну и что? Здесь место силы. Магнитные поля скрещиваются. Поэтому и звук такой. Долго искали, где священную ступу поставить. А зачем ступу? Ты мертвую реку видел? Ну, увидел. Если священной ступы не будет, вся степь мертвой будет. Плохо. А я нашел это место. Круто. А что это за место? Здесь из земли силы идет. Я еще осенью заметил. Тут, вот на этом самом месте, журавли, когда на юг улетают, садятся. А зачем? Ну ты что, тупой что ли? Сил набирают. А верблюды? Верблюды тоже здесь силы набирают. Верблюды тем более. Значит, Мара здесь должна пройти. Помолись на приманку, сможешь? Если верблюд ушел, значит так надо. Да кому? Кому это надо? Потом поймешь. А на дождь? На дождь ты хотя бы умеешь молиться? А то степь помирает. На дождь я еще не умею. Да ну тебе. А еще лама. Я не лама, я ученик. А когда учитель узнает то, что я это место нашел, я самым лучшим учеником в монастыре буду. Ну я пошел. Подвезти? Я на мотоцикле. У каждого своя дорога. Ну как хочешь. Если твой верблюд здесь был, тогда он пойдет туда. Там снизу родник. Но место там плохое. Я знаю, мне об этом говорили. Спасибо! Белой дороги! Да не парься. Белой дороги. А вы верблюда не видели с красной ленточкой на голове? Ты один? Один. До станции подбросишь? Мне верблюда искать надо. Она сюда ушла, через Красную реку. Говорят, тут место плохое. А если это потерял, пропадет. Потерял? Тогда какая разница, куда ехать? Ну, садитесь. Подожди. Еще два мешка и поедем. А что это? Райское наслаждение. Ща, еще два мешка. Стой! Да чанал ты! Пацана придержи! Стоять! Стоять всем! Стой на месте! А где второй? Второй где? Дядя Командани? Он туда, в пещеру полез. Давай вперед. Ну что там? А бог его знает. Фонаря нет у тебя? Фонарь? Пацан, у тебя фонарь есть? Нет. Нет. Глубокая. Хрен ее знает, куда ведет.
На Северный полюс, наверное. Шуткуешь? Опа-на! Смотри. Ух! Ну что, вот парень, да. Поехали. Куда? Куда-куда? К пингвинам. Давай, заводи. Пойдем. Эх, рандулет. О, как раз к обеду. Опять супчик из бомж-пакета? Да то с молодой картошечкой. Так, возьми. Вот это оформишь, а вот это вот отдельно. Двойной чехол. А зачем? Парнишку в обезьянник. Давай, 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 давай. Мелкого-то за что? Конопля. Возле схрона взяли. А хозяина работает. Да нет у меня никакого хозяина, честное слово. Давай. Да все вы тут чисто. Когда вернусь, что вспомнил, с кем собирал. Для кого, кто хозяин, где живет и как зовут, ясно? Ясно? Вот так. Написано, что по-калмыцки, что ли? Кстати, ножичек у тебя 12 сантиметров. Это деда Дыка нож. Холодное оружие. Отдельная статья. Ну ты хоть батушонки добавил. Ну что ты все, картошки, картошки. Что, он тебе кору, что ли? Угу. Му. Тоже мне начальник. Мясо ему за мои деньги. Змею в шоколаде. А хотите, я вам прямо сейчас змею поймаю? Они правда вкусные. Мы факирили заклинать и суп из змеи. Хотите, прямо сейчас на улицу выйду, поймаю, пальчики оближите. Еще любой фокус покажу. Да знаю я твои фокусы. И как сумочку женскую срезал. Известный фокус. Да нашел я сумочку. А и денег там сотня с мелочью. А кошелек мужской с монограммой? Твой? Фамильный? А почему нет? Да знаю я твою фамилию. Кликуха Полтинник. Из детского дома сбежал. Тыришь по вокзалам. Не так? Не так? Сыжна, я артист. Я фокусы показываю, а не тырю. Палочку мою волшебную видел? Квакнешь, жабу превращу. Понял, факир? Вот так. Алло, второй, а? Несу, несу. Слышь, пацан! Эй, пацан! Чё? Слышь, плохи твои дела. Конопля, наркотики. Сейчас компания! Чем больше твоего брата загребут, тем больше им заплатят. Так я ж случайно. Так я ж тоже случайно. Это мужик один в бандане. Нет, теперь не выкрутишься. Схомутают и в колонию для несовершеннолетних. Что теперь делать? Вот, видишь, ключи на столе лежат. После плитки. Там и ножик твой. Потяни из-за ножки стола. Ну? Дернешь. Упадут. Достанем. Вместе свалим. Не врешь? Мамой клянусь. Ну, давай. Давай, давай, давай. За провод ухватись. За провод. Да тяни, не получается. Еще чуть-чуть. Ниже, ниже попробуй. Тянись. За белый хватай за провод. Это удлинитель. Тяни. Давай, давай, давай. Все, теперь не достать. Ты что наделал? Я не специально. Я же не знал, что так далеко. Спокуха! И не такие фокусы откалывали. Ah!
Как говорят у нас в цирке? Али, оп! Краба, братан! Свобода! Давай, давай, быстрей! Ну! Это мой! Ты что, дурак, что ли? Бежим! Спалят же! Тормози! Тормози! Воду, воду давай! Давай, давай, давай! Давай! Всем гони! Левее, левее давай! Понял, с полтинником не пропадешь. Я удачу приношу. Со мной дружить надо. Бензин скоро кончится. Давай к той горке. Там за ней мои крыша самоварничают. Это как? Нефть трубы качают. Бензин гонят, продают. Да не боись, туда менты не сунутся. Я тебе любого отольем. Я у них как сын полка. Хочешь, они и тебя усыновлят. Заворачивай, заворачивай. Хочешь? Не, мне домой надо. Верблюд найду и домой. Дуй за горку, мои крыша и верблюда твоего найдут. Сэр Майкл, я ж тебе английским языком. Что? Railway station закрыто. Closed. Использовал на вертолете. Геликоптер он ли? Ой, вот козел нерусский. Дай трубку к Баранкулову. Чего? Алло, алло. Ну вот, деньги кончились. Вот все из-за тебя. Тоже мне, небесная скотина. Мыть, что ли? Дай пока травы и воды, по-моему, перед отправкой. Это когда? Когда нам начальство московской дороги освободит. Значит, надолго. Ну, я пока в поселок схожу, может, грузовик найду. На съемки повезешь. На грузовике 1500 км. Это в копейку влетит. Наши не подпишутся. Impossible. Так, травы и воды, чего еще? Ну, если вдруг... Позвони по телефону. Ай, деньги кончились. Молчать, скотина! Все из-за тебя! За даром и жук не чихнет. Не обижу. 500 сейчас, а там каждые сутки надбавка. Ой, народец, так и хочет сожрать ближнего. Смотри, что в лучшем виде. Yes, sir. Куда? Заворачивай, заворачивай. Заворачивай, гони. Понял? Тормози, тормози, кому говорю. Внимание! Алле, оп! Аплодисменты, спасибо. Ну, собственно, вот это и есть наша самоварня. Бензин высшей категории, с гарантией. Хочешь 98-й, хочешь 76-й, хочешь соляру. Денег, во! Качаем из трубы и все дела. Воруете, что ли? Живем! И другим жить даем. Такая канистра подойдет? Пойдет. Обращайся. Мне тут все можно. Я у них это... Сын полка. А это что такое? Ха, это место мемориал. За мной. Прошу. Кто это? Это Чуча. Наш местный мемориальный человек. Охраняет тут. Чуча. 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 Видал? Тяжело ему. Это что, минералка? Фу. Дурак, что ли, минералка? Держи, Чуча, вкусняшка твоя любимая. У тебя там бензин проливается. Спокуха. А, у нас того говна навалом.
Давай, взяли. Вот. О, хорошо. Если хочешь, я тебе вообще таких сотни налью. Да мне и одной хватит. Спасибо. Круто. Это еще не круто. Давай за мной. Оп. Куда? Чудеса продолжаются. На, держи. Удивляйся. О, это что, икра? Гребелошкой. Это что, водка, что ли? Ха. Бери выше. Спирт 98%. Кто пьет, либо слепнет, либо дураком становится. Вон, смотри. Чуча до сих пор зрячий. А ты? Не, я эту дрянь не пью. Но с ней такие фокусы можно. Ты ешь, ешь давай. Натягивайся. А это как? Как змея на слона. Я про фокусы. А. За мной! Попрошу публику занять свои места согласно купленным билетам! Аплодисменты! Внимание, внимание, внимание! На арене знаменитый факир, любимец публики Полтинник! И его ассистент и просто хороший друг Баир! Барабанная дробь! Аплодисменты! Это чего? Ап. Это еще фокусы или... Или туши, пока не взорвалось! Огнетушитель, блин, он пустой! Чунча, вставай! Вставай, горим! Чунча! Быстрее! Быстрее, он не работает! Да я! Черт! Брось там ко мной, Дусик, а не он только хуже горит! Давай, толкай! Сзади толкай! Сзади! Толкай, толкай! Где тут тормоза? Смотри! Чёрт! Всё, не конец. Чучу видел? Теперь убьют. Наши везде достанут. Да, я у них сын полка был. Тебя не узнают. Это почему? Ты теперь чистый негр. А ты папуас тогда. Да. Давай, за дружбу народов. Лови! Пятно не остиралось бы. Ну-ка. Главное, не воняет. Шнурки погладим и в вип-класс. Что-то жрать захотелось. Эх, жаль, вся хавка на самовар не сгорела. На вот, держи. О, отлично. Отлично, отлично. Натягивайся. А тут у тебя что? О! А это что такое? Ешь все остальное, а это не трожь. Верблюд амулет, что ли? Мамка спекла. Не мамка. В общем, одна хорошая знакомая. Везет тебе. У тебя мама, папа есть. Знакомая. А я только бабку помню. Любил ее. А как помирать стала, подозвала к себе. Как даст по морде. А рука у нее тяжелая. Вся в мозолях. Настоящая сталь. Я маленький стою, плачу. Бабка отвернулась к стенке, тоже плачет. Зачем? Что зачем? Зачем била-то? Ты что, дурак, что ли? Чтобы не страдал по ней, когда помрет. Вон, смотри. На память оставила. Оберег называется. Серебряный полтинник. Царский. Говорит, Леха,
как воровскую жизнь. Решишь поменять? Ты этот оберег кому-нибудь другому передай. К нему и удача это перейдет, а к тебе новая привалит. Леха? Леха, Леха. Меня в детском доме никто так не называл. Все полтинник да полтинник. А я не против. Значит, я удачу приношу. Со мной дружить надо. А слышь, может, меня американцы тоже в кино снимут? Чем я хуже верблюда? Выберусь, новую жизнь начну. Знаешь, каким человеком стану? Каким? Настоящим артистом. В цирке выступать буду. А где этот цирк? Далеко. Там, в Москве. Ты меня до станции докатишь, а дальше я на товарняках. Приеду, поступлю, учиться буду. На факира. Ага. Опять огонь изо рта выдавать будешь? Глянь, девка едет. Пойду в воду. Уйди! Уйди Паша, отсюда! Мне надо на вас смотреть! Уйди, кому говорю! Баир, прикройся! Чего? Твоя верблюда! Что, Мара нашлась? Люди видели ее на железной дороге возле станции. Она никому в руки не дается. Езди за ней сам. Тоже мне герой с голым задом. Сама дура! Ты на ней женишься. Вот еще. У меня глаз верный. Замучили верблюжонка. Отпустите вы его. А что с ним сделать? Корабль в пустыне. Бутылка пива в час и плывем. Отвези верблюжонка на киносъемку. Замурят они его? Сбрендил, дед. На этой Коломаге до Нижнего не доеду. Развалится. Взял мелкого. Похоже, Батюша. Чтоб вы сдохли. Куда? Куда, твари? Куда? Сдрожь мелкого. Я влечься убить может. Что я хозяину скажу? Смотри! Они! Алтынька!
Ванька, нашелся. Что ж ты грязный-то такой? Ну ничего, ты все равно не бедный. Мара, это ты Алтынку привела? Молодец, Мара. Сейчас пойдем домой. Ну, я ж говорил, найдешь. У нас у факиров глаз верный. Держи. Убили! А тебя я лично расстреляю! Это не я, вот он! Ты! Где верблюд? А ну давайте бегите. Там кипиш какой-то назревает. Бегите, кому говорю, а то погоню пошлю. Невесты не сделаю! Товарищ, не поедете этим поездом. Пока литер на степи стоит, сейчас... потом поздно будет. Не-не-не-не-не! Сейчас едем! Бегите, кому говорю! А ты? Вон таких ящиков в каждом поезде хреново туча. До Москвы доеду, напишу. Куда? Куда ты напишешь? Куда? Ай, ладно, давай, пока. Леха, подожди, Леха! Тут молоко и все, что осталось. Все, теперь езжай. Езжай, не маячь. А то мне расставаться грустно будет. Леха. Езжай, кому говорю, брат. Еду, брат, еду. И не оглядывайся. Связался тоже с малолеткой. Белые дороги! К черту! Отвалю. Отправление через час. Едем. Не пожалеете. Да хорошие бабки. 3 штуки. На всех. И бутылку каждому. По 0,7. Согласен. Пацаны, поехали. Иди сюда. Сашок, Багор, возьми верблюд бешеный. Стой. Грузимся. Поехали! Беру командование на себя! Кто с тобой? Что они сделали, гады? Калмыцкая сказка. Люди деньги заплатили. И пусть делают с ним все, что хотят. А ты пошел вон отсюда, вор! И не трогай нашего верблюжонка! Берите!
Отгоняй большую! Нам только за мелкого деньги дают! На широк Багор, давай! Да! За шею зацепи! Ну, пошла! Стружка бьет! Пошла отсюда, кому говорю! Пошла, пошла! Нельзя! Нельзя! Это больно! Отпусти! Пошел! Че встали? Поехали уже! Почему копаемся? Он не дает, сопрягается и рёт. А морде ему дай! Бери. Дай я сам дам! Убить. Тебе еще кишка нука. Щенок. Рябый, ты никак обоссался. Очень смешно. Запрыгивай быстрее, опоздаем. Поехали. Ё-май. На. Скажи папаше, чтоб научил пользоваться. Домой, Мар. Девочку. Ой, правда, Багира, а у нас девочка вот так усенькая, ногами дрыгает, пищит. Она уже 3 раза обкакалась, а саналка белье стирает, а мне не дает. Говорит, что я маленькая. Говорю, маленькая, значит маленькая. Вот, вот опять. Сам маленькая. Сам.
Thank you.
Mm-hmm.